Всем привет! Это видео сборная солянка с моего выходного в Москве. Приятного просмотра. Ну какого красота! Солянка вообще супер. Сколько стоит? Расскажем, 3500. Сначала мы с Аленой отправились на гараж сейл в хлебзавод, но, к сожалению, ничего стоящего там не нашли и ушли без покупок. Обзор на баскетбольную площадку. Вот такая площадка, тут вот такие штучки, и там люди играют. Оп, оп. Ай, Алена. Да. Мы идем в Макдональдс. Вот это заняться нечем. Влог имени Алены Орловой. Все подписываются. Не знаю, на что подписываемся, но что на YouTube. На мой инстаграм. Нет. Ссылочку Марина оставит вот здесь вот. Здесь вот. Обязательно подписывайтесь на инстаграм Алены, но и про мои соцсети тоже не забывайте. Ссылки на них есть в описании. Открывай, Алена. Спасибо большое. Теперь я тебя открою. Всем привет. И сегодня я буду заказывать. Что же я сегодня буду есть? Наверное, я буду есть вот это. Вот так вот. Эх, тяжела жизнь богатых школьников. Рублевских школьников. Рублевских, да. Мы все с Рублевки. Одинцова это Рублевка. Я живу тоже на Рублевке. Мы все на Рублевке живем. Что вы? Вот так вот, 2 минуты и все получается. Мой любимый автомат я всегда здесь заказываю. Другие даже не хожу. А, нет, вы смотрели что-то. Придется самому забирать. Ну, Ален, а ты что делаешь? А я буду вот так. Да, самого дешевого. Но больше денег нет. А еще я буду... А что я снимаю? Меня. А что я хочу? Я тоже такие взяла соус. А, ну тогда... Давай один возьму. Давай сэкономим. Тинькофф. Смотри, сколько мне тролли. Сейчас я как дура это все снимаю. А мы блогеры. Нифига, я буду у тебя пить. А, стой, мне нужно код оплатить. Ой-ой-ой, страшно. Как ты сделала вот так? Супер. Супер. Еще вот так. Вот они, настоящие подружечки. Гэсик. Thank you.
посмотрите, что у меня есть. Оп, миллион прической. Нам не хватило места, и мы решили здесь расположиться. Нам очень весело. Я взяла с собой общагу. Супер. Итак, я уже дома. Сегодня без линз, конечно, потому что мне не надо никуда идти, и я решила поберечь свои глаза и посидеть дома в очках. Хочу выразить свое мнение по поводу похода своего на ГС-2, рассказать об этом пространстве подробнее для тех, кто мало о нем слышал или мало о нем знает. ГС-2 вообще это бывшая городская электростанция, но многие думают, что это гидроэлектростанция, но она не гидро вообще нифига. Г в аббревиатуре это городская. Она работала то ли до 2014, то ли до 2015 года как реально электростанция. Потом ее закрыли, переделали под вот такое культурное пространство, и в 2021 году сделали такой вот центр культуры. Там проходят разные мероприятия, различные выставки, можно купить книги, очень много кафешек разных. Вот Алена брала себе лимонад, кстати, очень вкусный, арбуз и мята. Там все очень светло, чрезвычайно классный свет для фотографий, потому что я сделала много разных фоточек. Они получились просто потрясающие по освещению, я сама не ожидала такого результата. Многие люди туда приходят просто почилить, вот так вот. В нашей зоне было очень много ребят, которые играли в разные настолки, причем настолки есть на самом ГЭСе, не обязательно приносить с собой. Там есть специальный стенд, ты подходишь к сотруднику, просишь какую-то игру, и тебе ее дают, как в библиотеке, собственно, книги. Не знаю, насколько хорошо работает эта система и вообще как там все устроено, потому что я еще не играла в никакие настолки на ГЭСе, я пришла в этот раз туда просто поучиться. И мы с Аленой пришли позаниматься обществознанием, она очень переживает за этот предмет. Если что, мы поступаем на одно и то же направление, очень надеемся, что мы поступим в один вуз и в одну группу попадем, потому что, ну, был бы очень класс. И она очень переживает за обществознание, надеется на 70+ хотя бы написать, и я пыталась ей помочь, проверяла, кто как она написала пробник, и сама учила термины для 18-го задания. Выучила 6 терминов, причем самых сложных. Это документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные бумаги, признаки, в принципе, всех документарных бумаг, признаки формы правления, признаки территориального устройства и, насколько я помню, еще признаки политического режима. Но больше всего я боялась, что мне на ГЭСе будет шумно и будет сложно сконцентрироваться. И, слава богу, это оказалось не так. Да, там есть такой монотонный фоновый шум, но именно из-за того, что он монотонный, он не сильно раздражает, не сильно отвлекает. И благодаря нему я могла вообще просто читать вслух эти признаки, заучивать их, там, мне было вообще пофиг, кто на меня посмотрит, потому что там никто бы не услышал, что я там что-то читаю. Мы сидели, насколько я поняла, на втором этаже. В целом, мне понравилось, мне кажется, я буду туда ходить очень часто, когда, возможно, перееду в Москву или буду учиться в университете, потому что там такая рабочая атмосфера. И радует, что вход абсолютно бесплатный, нужно только зарегистрироваться и прийти в тот промежуток времени, который вы выбрали для регистрации. Есть 11.00, 15.00 и 15.18. Вот мы зарегистрировались на вот этот второй промежуток, и нужно просто в любое это время просто туда войти, и вы не ограничены никак по времени, можете хоть целый день там сидеть, вас никто не выгонит. Поэтому вообще супер место, супер пространство, светлое и соответствует моей эстетике, поэтому я там реально кайфанула.